Вот уже несколько лет Екатерина Власова добровольно помогает людям. Началось все в пандемию. Тогда девушка разносила по домам продукты и лекарства тем, кто находился в самоизоляции. Сейчас она волонтер в пункте сбора гуманитарной помощи. И мне приятно видеть то, что я действительно помогаю людям, и помогаю я руками. Вот я могу, да, сегодня складывать что-то, да, для отправки на фронт. Я это делаю. И, конечно, я вижу видеоотчеты, которые присылают ребята оттуда, и мне очень приятно, потому что я вижу, что это моя коробочка. Каждая история особенная, и волонтеры, конечно, пропускают все через себя. Поэтому с теми, кому помогли однажды, нередко становятся друзьями. Пункт сбора гуманитарной помощи работает уже почти полтора года. Жители округа приносят сюда самое необходимое. Волонтеры сортируют и упаковывают. Конечно, приятно видеть и бабушек, которые несут вот эту маленькую котомочку. Там буквально одна упаковка конфеток, но она такая важная, эта упаковка конфет. Очередной груз собран. 20-тонная фура готовится к отправке в Донецк. Из-за того, что холода, везем что? Горелки, печи, теплые вещи, вкусняшки, также строительные материалы, утеплители, воду. Много воды везем, потому что она всегда в цене на фронте. Влажные салфетки, ну, средства личной гигиены. Пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцово работает без выходных. Чем помочь нуждающимся, можно узнать по номеру телефона или в телеграм-канале. Евгения Августина, Карина Еряшева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».